Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Помните, я рассказывала вам, что я использую биоглобин на подростках орхидей и не только. Вот он, биоглобин. Здесь 50 мл. Он мне очень нравится. И вот то, что у меня оставалось после орхидеек, я брызгала листики подросткам, я брызгала на мирабелис, на ночную красавицу. На первый ряд я хотела провести такой вот небольшой эксперимент. Эксперимент удался. Передний мирабелис более крупный. Теперь я буду весь мирабелис обрызгивать. Результат налицо. Это не реклама, просто вот такой небольшой эксперимент я провела. Мне понравилось. Видите, остальные два ряда гораздо меньше. Если поливать, то, я думаю, результат будет еще лучше. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь. Всего хорошего, до свидания.